Накануне Великого дня Победы в сквере «Юность» разместилась новая фотовыставка под названием «Победители». Здесь представлены уникальные военные кадры из архивов жителей и историко-культурного центра, а также портреты тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Это не первая фотовыставка, рассказывающая о военных подвигах наших земляков. Ранее в сквере уже были представлены коллекции фотографий, посвященные 75-летию победы в Курской и Сталинградской битвах и подвигу Ленинграда. Нынешняя экспозиция – дань памяти воинам-освободителям, подарившим свободу от немецко-фашистских захватчиков не только своим землякам, но и соседним странам. На данном стенде представлены Белоруссия и Прибалтика. На втором стенде это у нас Украина и Крым. Третий стенд – это те, кто освобождали Восточную Европу и брали Берлин. Рядом с каждой фотографией небольшая аннотация, из которой можно узнать о подвигах наших земляков. Виктор Никитович Фокин, получивший звание Героя Советского Союза за форсирование Западной Двины и проявленное мужество в бою, в жизни был весьма скромным человеком. Его сослуживцы по ВНИИКОПу довольно долго даже не догадывались о том, что работают плечом к плечу с обладателем Золотой Звезды. И таких героев среди наших земляков немало. Третий стенд посвящен военным строителям, тем, кто в мирное время возводил Московский коксогазовый завод, а во Вторую мировую служил в строительных отрядах. В этих строительных отрядах они уже возводили оборонительные сооружения, возводили мосты через реки. Когда надо было при отступлении наших войск, они взрывали наши и заводы, и фабрики, чтобы они не доставались фашистам. С четвертого стенда на нас с портретов смотрят победители. Как вернувшиеся с полей сражений и прожившие долгую и счастливую жизнь, так и те, кому не довелось познать радость победы, добытую с таким трудом. Здесь можно увидеть будни ветеранских организаций и шествия бессмертного полка. Видновчанка Лидия Калмыкова всегда с интересом знакомится с экспозициями в сквере «Юность». Видеть на выставках знакомые лица, говорит, вдвойне приятно. Такой музей под открытым небом – отличная идея, считает Лидия. В музей надо идти, надо зайти, это специально. А это идешь мимо, вот, ну, нам удобно. Мы прошли, посмотрели. Еще раз пройдешь, и еще раз посмотришь. Экспозицию сделали в двух экземплярах. Одна разместилась здесь, вторая на днях открылась в 10-й Видновской школе. А через некоторое время отправится путешествовать и по другим образовательным учреждениям муниципалитета. Преподаватели истории ведут краеведческие кружки. Мы их обеспечиваем фотовыставкой и материалом. И они этот материал как бы изучают, и ребята сами рассказывают по материалам, которые им представляет историко-культурный центр. Вот эти экскурсии проводят. Ознакомиться с выставкой в сквере «Юность» можно до конца мая. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.